Я не могу, когда смотрю на нее, когда не знаю, на ком еще сидит так белье, когда во время взрыва по телу дрожь бежит, конечно, потому что она рядом лежит. Она бойцов и женщин находит, она, не прикнувшись, по окопам ходит. Она может даже лица штопать, забыть ее невозможно легче, травой прохлопать. Я всегда помню о главном, когда засыпаю плавно. Я не вернусь домой, если в моем городе пропал дом твой. Она бы спеть могла и сняться в кино. Она из тех, кто верит, что жизнь не только. И на уродов моду породу ей наплевать. И я бы все отдал, чтобы еще узнать, как руки ее обнимать умеют. И от голоса ее теплом повеет. Она может предсказывать погоду, забыть ее невозможно легче, уйти под воду. Сегодня музыкальное настроение в нашей студии помогают нам создавать прекрасные, замечательные гости, семейный дуэт Николая и Оксаны Архиреевых. Дуэт называется «МЖ-дуо». Привет, доброе ребята. Доброе утро, друзья. «МЖ-дуо», то есть, как Юля сказала, это семейный проект. Оксан, вот каково это? Вот куда ни посмотришь, везде муж. На работе муж, дома муж. Как так получилось, что вы вдруг решили, что вы работать вместе будете? Вообще, это очень просто. Мы не ссоримся на бытовых каких-то мелочах. Только профессиональные. Да, там. Не так играешь, не так поешь. Шнур... Взяла на работу. Да, ты почему здесь сложал? Ну, вот, то есть не очень тот аккорд был. Спишь да, сегодня на есть возможность на полу постоянно заниматься музыкой. Вот просто там сидишь. 24 часа в сутки. Да. Не тратим деньги на репетиции. Да, одна все дома делаете. А кто глава проекта? Ну, я, наверное, как самый опытный. Главнее, да? И в семье. В общем, везде главнее. И дома, и в проекте. Да, то есть я учусь у Коли. Он, конечно, им как музыкант гораздо опытнее. И в общении с заказчиками. То есть тоже. Просто хорошая жена у вас, Коль. Замечательно. В этом наш вкус. Вы существуете вот таким проектом год. Уже выступаете на различных площадках. Вообще, расскажите, как начинали? Как сработались? Как вы поняли, что можно ее взять в проект? Что она меня не только жена. Вообще у нас сначала был создан дуэт, а потом мы поженились, так что... Ах, вот оно как! Роман закрутили на работе. Вот он, путь. Служебный роман. Закрутили роман, создали дуэт и поженились. Как хорошо, теперь еще и деньги зарабатываем. Насколько сложно в Екатеринбурге, пусть даже в рамках Екатеринбурга, пробить себе как-то на сцене место, потому что музыкантов много, артистов много. Каким образом, за счет чего можно выделиться? Наверное, немного нескромно, но у нас уникальный дуэт для города Екатеринбурга, потому что вот Коля уникальный гитарист. Техника. Да, особенная техника. Думаю, он сам расскажет об этом лучше. Николай, расскажите. Я просто использую гитару, не только гитару, еще и как ударный инструмент. Ага. То есть это каким образом? Это вот таким образом, что ритм ударных инструментов у меня воспроизводится по корпусу гитары. Вы себе усложнили задачу просто. Гитлаки, помните гитлаки? Он нашел свою нишу, видишь? И так далее. Вот. Подожди, я сейчас обратила внимание на маникюр Николая. Это вообще отдельная тема. Но Николай вообще профессиональный гитарист. И если кто-то, так же, как и я, не знает об этом, у многих гитаристов действительно длинные ногти. Покажите, пожалуйста, меня нашим телезрителям. Я думаю, я даже могу в конкурсе поучаствовать на самые длинные ногти гитариста. А можете объяснить, зачем? Это нужно для звукоизвлечения. Например? То есть? Ну, если извлекать звук сугубо подушкой, да, так, руки, то есть мякотью, так, получится примерно вот такой вот отголосок. Мягкое гитарное может быть звучение. Громче, тише, но приблизительно вот сам звук будет вот такого характера. Так. А если играет ноготь, то это все равно будет звонкость, яркость. Фламенко сразу. Да.
да, то есть совершенно другая ничего картина. Ничего себе, вот это здорово. Слушайте, ну раз такое дело, раз вы уникальный гитарист, перкуссионист, у нас прекрасная вокалистка, ваша супруга и участница проекта МЖДО. Давайте послушаем в вашем исполнении еще одну прекрасную песню в подарок сегодня всем нашим зрителям. Спасибо огромное дуэту, который сегодня у нас был в гостях под названием МЖДО, Оксане и Николаю Архиреевым, за то потрясающее настроение, которое они нам сегодня подарили. Ну а прямо сейчас мы предлагаем вам узнать последние новости Свердловской области, сейчас события на ОТВ.